Появление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте Армении вылилось в потасовку. Премьер Армении представлял в парламенте программу нового правительства, которая была резко встречена оппозиционными депутатами. В начале заседания покинули депутаты оппозиционной фракции «Честь имею», блок экс-президента Сержа Сарксяна. Затем, во время перерыва произошла ссора между спикером Аленом Симоняном и руководителем фракции блока «Армения» Сейраном Оганяном. На выкрики депутатов Пашиняновского гражданского договора Мкрчян ответила словом «капитулянт». В ответ Ален Симонян сначала выключил ее микрофон, а после очередной перепалки призвал удалиться из зала. Депутат отказалась. Симонян позвал на помощь сотрудников безопасности. В результате между оппозиционерами и сотрудниками безопасности началась стычка. В ход пошли стулья. Звучали крики «Никол предатель». Им отвечали депутаты гражданского договора. Позже оппозиционные депутаты сообщили, что была порвана одежда Арцвика Минасяна, а Анну Мкрчян вывели из зала силой. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.